Объект прибыл. Повторяю, объект прибыл. Объект зашел в здание. Объект зашел в здание. Объект в здании. Как слышно? Повторяю. Объект в здании. Марка, да я понял. Зачем столько раз повторять? Приступаю к операции. Пчи! Пчи! Козлюковна, у вас новая прическа? Вам так идет? Признавайтесь, это вы все подстроили, да? Да бросьте, ну как такое можно подстроить? Вы че, мне лапшу на уши вешать будете? Да она уже повешена! Апчи! Ага, вот и третий птенчик попался. Так, ну тут все понятно. Ну что ж, у меня для вас тоже есть, ну, как вы там говорите, пранк. Встретимся с вами на уроке. Так, ПВК. Итак, детишки, спешу вас обрадовать. Завтра у нас будет БВК. А чё это такое БВК? Ну как что? Это же большой вонючий картоха. Вот что. Так, тихо! БВК — это большая внеплановая контрольная. Все, что мы проходили за последние 3 месяца, все-все будет там. Что? И даже умножение? Вообще-то умножение мы проходили еще во 2-м классе. Я как раз тогда вас и последний раз слушал. Предупреждаю, никаких первых и вторых вариантов на контрольной. У каждого будет индивидуальное задание. А оценочки за контрольную напрямую повлияют на ваши оценки за четверть. Вам это понятно? Если вы все поняли, тогда марш домой готовиться к контрольной! Бежим. Ха-ха-ха, если, конечно, успеете. Кажется, я придумал! Я придумал новый пранк для Злюки! Марка, да какой еще пранк? Лучше подумай, что нам с этой дурацкой контрольной сделать. А может, все вместе заболеем? Уже болели в прошлом месяце. Ты еще в этот день пошел на самокате возле школы кататься, и тебя Злюка заметила. А нам потом всем за это 2 поставили. Забыли? О, у меня идея. Обойдемте директору нажалуемся. Злюка же вроде не имеет права внеплановые контрольные делать. Ну вы же помните наши правила. Хотите пожаловаться, то оставьте жалобу в письменном виде, положите ее в ящик для жалоб, и в течение месяца мы рассмотрим вашу жалобу. Но ведь контрольная уже завтра! Повторяю, если хотите пожаловаться, то составьте... Ребята, по-моему, это бесполезно. Ну что, есть еще какие-нибудь идеи? Ну, у меня есть одна идея, правда, она не совсем законная. Нет уж, край Злюку я не согласен, вдруг она кусается. Да ты что, совсем? Как мы целую Злюку украдем-то? И кому это вообще в голову придет? Как ты себе это вообще представляешь? А-а-а, поскакали, мой самый ценный бриллиант! Ты что, морковка, перегрелся, что ли? Не, бред какой-то. Короче, у Злюки задания для контрольной лежат в ее папке, которую она постоянно таскает с собой. Нам нужно как-то завладеть этими листами и спокойненько решить все задания дома. То есть, нам надо ограбить Злюку? Но как мы это сделаем? Так, не написал домашняя работа, но это сразу 2 даже не обсуждается. Да-да, входите. Марка, блин, чё такой жирный? Я не жирный, у меня просто корнеплод широкий. Ну чё там, скоро? Да погоди ты, ещё рано. Ну я же сказала, заходите, ой, что ж за люди-то такие? Это что ещё за шутки? А ну-ка выходи, тоже мне шутник нашёлся. Ха-ха, вот они мои хорошие. Ну что, господа, сегодня мы бы не пили этот лимонад, если бы Марка, наш оранжевый пухлячок... Такой грандиозный момент! Какой пухлячок? Ладно, если бы просто Марка всех нас сегодня не спас. За успех! За успех! За успех, Марка. А когда ты скинешь нам фотки этих заданий, кстати? Так можешь сам сфоткать, вот же они! Ты чё, украл эти листы? А что такого? Мы же вроде так и договаривались. Марка, ты сдурел? Украсть это означало просто сфоткать их. А ты что наделал? Я ещё и остался.
появился крайний. Оказывается, кто раньше грабил банк, они не грабили банк. Они фоткали по вашей логике. Блин, получается, завтра Злюка увидит, что листы из папки пропали и даст совсем другие задания. Ребят, ну тогда я сейчас сбегаю в школу и положу их обратно в сумку. Какая школа? Ты время видел? Злюка давно дома и, наверное, уже смотрит свои злючие сны. А я думала, она в школе живет. Похоже, сейчас у нас не остается выбора. Что, все-таки на плечи ее? Да господи, ты что? Нет, мы проберемся к Злюке в дом ночью и положим эти листы на место. Ну, ты положишь. Итак, план операции МПЗ. А что означает МПЗ? Ну как что, Марка противный зануда? Ну вообще-то МПЗ это молниеносное проникновение к Злюке. Короче, вначале не хватает одного действия. Вы же знаете, что наша команда состоит не из трех человек? Конечно знаем, у нас еще 2 миллиона луанчиков. А без их помощи у нас точно ничего не получится. Давайте наберем уже 2,5 миллиона подписчиков и 150 тысяч лайков. Ведь мы пойдем в такое опасное место ради вас. Так что давайте быстрее ставьте лайки, а я дальше буду рассказывать вам свой план. В общем, действуем так. Подкрадываемся с северной стороны к забору, потом перекусываем. О, наконец-то! Пожрать-то я люблю, думал, уже не предложишь. Сетку забора перекусываем. А чё, говорят, она вкусная? Ой, я неправильно понял. Так, потом подставляем лестницу и пробираемся на чердак, а уже оттуда в дом. О, а можно я возьму на дело свой именной фонарик? Да можно, конечно, дай дослушать. В общем, как все закончим, уходить будем уже через окно. Вопросы есть? Да, есть. А почему у вашей с картохой фишки с лицами, а моя просто оранжевая? Да потому что твое лицо на такой маленькой доске не поместится. Да ты достал! Да, какой-то унылый костюмчик. Может, хотя бы ожерелье или серьги нацепить? Да нормальный костюм, чё ты? Почему ты не надел маску? Ты думаешь, я что ли совсем ку-ку? Она на мне. Ты собрался со своим лицом грабить Злюку? Быстро надевай нормальную маску. А то это какая-то стрёмная у тебя. Да что ж такое? Что очки, что маска? Когда для одноглазых такие штуки делать начнут? А ты вот так попробуй. О, а сразу-то не могли так сделать. Вроде все чисто, пойдем. Интересно, а как ты такой забор перекусывать собираешься? Да ёжики-морёжики, она что, забор поменяла? Я тут полгода назад была, и забор был из сетки. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. В общем так, Марка, мы прыгаем на эту доску, ты перелетаешь через забор и открываешь нам калитку, понял? Ну, вообще-то я боюсь летать. Да не волнуйся ты, ты же мухой недавно был, летал по всему городу, а тут секунда и все. Ну что, поехали? Раз, два, три! Ладно, давайте попробуем подкоп. Что сразу-то подкоп нельзя было сделать? Так, но тут вроде никого нет. Ой, привет, хороший песик, хороший. А ты почему не спишь? Ой, смотри, кость! Валим отсюда быстрее! Да, по этой собаке сразу видно, что ее Злюка воспитывала. Эй, смотрите, если мы заберемся повыше, то сможем перелезть на участок по ветке. А вот, внизу куча какой-то соломы. Прыгаем в нее. А если я себе что-нибудь сломаю? Можно я тут на ветке подожду? Ну-ка, хватит ныть. Давай, пошел. Ха-ха, ну не слишком удачное падение. Ребят, я походу в ежиках застрял. Ты че, в кактусы приземлился? Ой, все-таки Злюка странная какая-то. Извини, шарик, или как там тебя, но сегодня ты наказан. Ну все, осталось только забраться на крышу, только вот лестницы нигде не вижу. Ничего, я взял с собой веревку. Нам надо будет подняться на крышу по веревке. А ты что, напугался, что ли? Да нет. Странно, а то ты как будто весь на иголках. Блин, тут окно заколочено, Злюка как будто бы готовилась к нашему приходу. Ну тогда придется проникать как-то по-другому. Ну почему? Ну почему
опять именно я должен лезть туда? Слушай, Марка, мы тут вообще-то по твоей вине торчим, так что давай не выпендривайся. Тем более ты уже где только не побывал. Че тебе стоит в трубу залезть? Все, кажется, спустился. Там какой-то богатырь храпит. Да это злюка храпит, иди на храп. А это что еще такое? Блин, как страшно. И еще кукла Луаны, а значит должна быть и моя где-то здесь. Фух, слава богу, моей нету. Точно ее надо как-нибудь на горбушке прокатить. Что делать? Что тут происходит? Кукла, что ли, упала? Ух, этот Марка, как же я его ненавижу. И этих двоих я тоже ненавижу, но этого оранжевого балбеса больше всего ненавижу. Пожалуй, воткну в него еще пару иголочек. Забудь, Злюка. Беру свои слова обратно. Я больше не твоя персональная лошадка. Вот она. Есть. А сейчас можно немного повеселиться. Так. Вот так. Еще сюда. Как я давно мечтал это сделать. Ты че, правда нарисовал ей усы маркером? Ага. Представляете? Подойдет утром к зеркалу и увидит у себя такое на лице. А ты не боишься, что она может заподозрить, что это кто-то из нас сделал? Да брось, как она узнает? Мы же сработали чисто. Кстати, Марка, а где твой любимый именной фонарик?